Зустрічайте найпатріотичніше українське тріо україночок. One, two, three! Коси заплела! Вишиванку натягла! Українка я! Я танцюю гопака! Хоп, хоп, гопака! Я танцюю гопака! Хоп, хоп, гопака! Я танцюю гопака! Хоп, хоп, гопака! Ми танцюємо гопака! Хоп, хоп, гопака! Ми танцюємо гопака! Хоп, хоп, гопака! Ми танцюємо гопака! Хоп, хоп, гопака! Настя, тобі погано? Ні, мені соромно за всю цю штармаршину. Нащо ж це все? Настя, а як люди по-іншому дізнаються, що ти україночка? Я їм паспорт покажу. А у паспорта є патріотична обкладинка? Там на обкладинці тризуб. Один тризуб. Настя, а хіба цьому тебе вчили в своїх піснях позитиви Аня Трінчер? А? Яка ти після цього козачка? Який ти козак? Умнічка Аліночка. Це основи. Це не основи, це... Це якась декадичка. Настя, а ти хоч знаєш, якою ціною даються ці пісні? Людина 23 лютого зібрала всі свої речі, сіла на літак до Лос-Анджелеса. Там цілий рік мучилась над римами. Щоб ми з вами тут змогли по-справжньому проникнути з цією піснею. І це тільки Руслан Ханумак. А скільки таких хлопців по всьому світу? Ай, ну хіба твою душу не чіпляє оця пісня Ханумайка? Слава Україні, ром слава, ром слава. А пісня Люсі Кави? Слава Україні, слава, слава Україні. Боже, Надар написала пісню. Різноманіття! Дівчата, це наш останній виступ у Лізі сміху. І ви хочете, щоб нас люди запам'ятали отак? Оці хіханьки-хаханьки, гоп-ца-ца? Ну, хотілося би. Тобто це наш останній виступ в Лізі сміху? Так а я про що говорила? Що тебе після обіду вспучило? Не в гримерці. І це неправда. Я говорила про те, що це наш останній виступ у Лізі сміху. Тю, так ми думали, типа, останній виступ для Віталіка, щоб він за нами не ходив. Хоп, хоп, хопака, я танцюю, хопака. Віталік, хоп. Не зараз. Ну, слухайте, якщо це наш останній виступ у Лізі сміху, так людям треба останній раз розказати жарт про мої короткі ноги. Так, у Аліни такі короткі ноги, що вона навіть коли стоїть, сидить на холодному. Аліночка, настав час зізнатися. Насправді в тебе не короткі ноги. Дякую. У тебе просто здоровенний тулуб. Краще були б короткі ноги. Знаєте що, давайте просто виступимо, як завжди. А, повеселимо себе і глядача, не? Ні, будемо переживати за себе, щоб Віталік не запнувся. А коли це я запинав все? Недалеке майбутнє. Американка приїхала до України скласти іспит на українське громадянство. Господи, ну і що ж ви всі сюди претеся? Жашків не резиновий. Так, подивимося по анкеті. Ага, жили в Нью-Йорку? Так, в самому центрі. Ага, тоді не раджу одразу їхати в наші великі міста. Ну, спочатку, знаєте, щоб звичніше, то ви в якісь райцентри з'їздіть. Я чула, що райцентр, то від слова рай. Молодець, молодець. Давайте чуток поганяємо вас з історії України.
Чим був знаменитий 2022 рік? Війна з Росією. З ким, з ким? Ой, тобто тоді вона ще називалась Росією, а зараз ця територія більш відома як паркінг Харківського АТБ. Так, це знаєте. Ага. А який інтелектуальний прорив відбувся в 2023 році? У 2023 році росіяни дізналися, що у слові «Донбас» немає букви «М». Так, ага. Розкажіть про тікток-побоїще. Тікток-побоїще відбулось у тікток-військах кадирівців, коли Дон-Дон випадково застрелився в прямому ефірі. Угу. А його солдати подумали, що це такий челендж, і повторили за ним. Після чого... Після чого TikTok був визнаний організацією впливовішою за ООН. Так, молодець. Хто такі малороси? Малороси – це Путін, Медведєв і всі росіяни нижче 1.60 м. Перепрошую. Алло. Господи, ну звідки я знаю, що робить при передозуванні крохмалем? Ну і нащо Джонсонюк поїхав на той фестиваль дарунів? Господи, з вами пізніше розберемося. Ага. Передозування крахмалу. Друзі, давайте з вами перенесемося в студію на шоу-зйомки Скабєєвої. В ефірі програма «60 минут» з Ольгой Скабєєвой. І тема нашого випуску – «Поляниця». Или 10 заповедей, почему Владимир Путин лучше Иисуса? Из тысячи людей, которые брали Киев, домой вернулось 990. Стоп. Оля, мы не можем говорить такие цифры. Поняла. Из тысяч солдат, которые брали Киев, домой вернулось 999, и один вот-вот должен подойти. Оптимистичнее. Из тысячи солдат, которые брали Киев, домой вернулось 10 тысяч человек и Юрий Бардаш. Стоп, ты что, голову помыла? Да, что? Наших зрителей бесят люди с мытой головой. Ну давайте я скажу, что купила минералку, взболтала и обрызгалась. Слова «купила» и «минералку» нельзя использовать. 30% наших зрителей пьют из луж, они бедные. Они не бедные, они русские. Они попили с лужи, встали с колен, сказали, сможем повторить, и снова начали пить из лужи. А сегодня у нас в гостях мальчик, которого съели бендеровцы в 2014 году. Добрый вечер, мальчик, где вы были 8 лет? Я был в животике у бендеровца. Какая слезливая, а главное, правдивая история. Дядя Юра, спасибо, что нас спас. Ой, я все перепутала. Перепутал? Да пох... Влияние Запада. Мальчик, у нас для тебя есть сюрприз. Руки убрала, андатра! Мальчик, ты не понял, мы нашли твою маму. Да все, я понял, руки убрала, андатра. Весь в отца. Расскажите, пожалуйста, как ущемляли русскоговорящее население на Донбассе? Очень страшно. А напомните, вы с ДНР или с ЛНР? С Ингушетией. Вы знаете, эти украинцы, они меня просто преследовали. Я вот когда-то даже котлету по-киевски ела. Чуть не подавилась, а потом чувствую, а у меня вот тут одни укропы. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, так мы не знаем, что это такое. А я погляжу, вы вдова. Ой. Спасибо, что заметили. Ваш супруг героически погиб под Херсоном от рук укрфашистов. Чё б он от этих бендеровцев умер? Нет, его свои танком переехали на спор. Чё, батя умер? Не сын, не твой. Да,
вы знаете, я очень расстроилась. Мне даже хотели 10 тысяч дать. Я говорю, не надо. А потом узнала, что это деньги были. Я просто никогда таких сумм не видела. Ой, как я расстроилась, я так плакала. Ой, да что мы теперь-то с малышом делать-то будем? Так, как жить-то теперь? Извините, пожалуйста, камера не записывала. Можем повторить? Да, да, конечно. Да как же мы теперь с малышом жить-то будем-то? Да как же теперь жить-то? Мама мальчика, у нас для вас тоже есть сюрприз. Ваш супруг жив. Снимайте шубу. Вы что, сука, шубу не трогайте? Ребенка заберите. А в конце нашего выпуска хотели бы сказать, что все россияне и есть Путин. Ну, я так точно, я же в год крысы родилась. Як ми вже казали, це наш останній виступ у Лізі сміху. Ми з першого сезону грали і писали це чудове шоу. Так, це було дуже класно, але іноді це було важко. А зараз ми будемо співати. І важко буде вашим вушкам. Але що ви нам зробите? Виженете з Лізі сміху? Ось, до речі, відповідь на питання, де ми були 8 років. Минає рік, а ліга сміху з нами з року в рік. Іде війна, і був ковід, а ліга сміху з нами з року в рік. Не втім печаль, не втім печаль, що пишем разом лігу по ночам. Нам без мужчиной бути по ночам. Та це не треба глядачам. Зупиніться! Ми пишем. Зупиніться! Папа, мама. Мама, папа, коханий? Та, просто твоя мама не змогла прийти, в неї робота. Добре, що в мене нема роботи. Та, добре, добре. Так, ми знаємо, навіщо ви прийшли. Не треба нас відмовляти, йти з Ліги сміху. Ні-ні-ні, Боже упаси. Доця, ми прийшли, щоб побачити, що в цей раз ви дійсно підете з Ліги сміху. Юра, давай швидше, нам же онуків ще нянчити треба. Упс. Ха-ха, так в нас і онуків немає. Ха-ха-ха-ха. Біда не в тім, що їм уже по 30, і в друзів їх народжуються діти. Біда не в тім, що й досі грають в лігу. Біда, що ліга їх не хоче відпустити. Різні. Вони настільки тут навиступали, що не написали слова моєї пісні. Ліга сміху, ми, батьки, просимо вас, відпустіть дівчат додому, будь ласочка. Папа, у нас ще два конкурси. Ну, пиздець. Ну що, пішли в буфет, ребята. З вами були різні ведучі, і знаєте, накидці, я така очі. Yeah.
Його ім'я Станіслав, не В'ячеслав і не Ярослав, звісно, не Ростислав, і не якийсь там тобі Святослав. Стас попросил очень нас говорить его имя каждый раз, раз, раз. Стас, профиль анпас, свежий огурчик, сочный ананас. Стас, под приводы экстаз, как на солнце холодненький квас. Стас, как иконостас, наши мамы всегда ставят свечку за вас. Ну что ж, дорогие друзья, встречайте прекрасный Станислав Баклан! Станислав Баклан! Как паузу держит, да? Актер, браво! Да не придет он! Че это? Понятное дело, он... Народный артист, а у нас из народного только любовь к кровянке. И то не у всех. Ну, невкусно мне! Невкусно! Ну, как же может быть невкусно? Там и гречка, и кишка, и хрящ. Гречка, кишка, хрящ. А я думаю, кого вы мне напоминаете? Слушай, коридор отвали, да? Вы что тут делаете? Мы теперь, как ты, стоим в порту, ждем мужика. Только в отличие от тебя, мы за это не возьмем деньги. Потому что он не пришел. Без паники, капитан Баклан взял курс на летний кубок. Поднять паруса. Да, мой капитан. Ох ты, да ты что? Но свистать всех наверх. Весло отойди. Какой таз. Рожала? Нет. А хочешь? Станислав Владимирович, а что вы делаете? Я не Станислав Владимирович, я капитан дальнего плавания. У меня не было женщины. 6 лет. Ого, так долго плавали? Нет, тупо не везло. Ну, послушайте, и сейчас не повезет. Мы и так вас ждали. Давайте начинать. Ну, девочка, ну какое начинать? Мы ведь с вами совсем не знакомы. Я Карина. Да ладно! Мне интересно, что это за дынька на нашей бахче? Что это за юркая рыбка, которую до сих пор не съели чайки? Как зовут этот айсберг, который напрочь снес мою палубу? Она что, всегда такая застенчивая? Да какая застенчивая? Она косточкой таранки поперхнулась! Понял? Я Настя. Приятно. Настенька, мне бы очень хотелось вас чем-нибудь угостить. Что вы любите? Тараньку. Как знал! Вам с икрой? Или по времени? И я люблю тараньку. Так иди себе купи! Смотри, какие ноги отрастила! Так я... Так иди сплавай! Смотри, какие ласты у тебя! Настенька, какой у вас размер ножки? 42-й. 42-й.
Это мой любимый размер. Пойдемте, я вам презентую свои парадные туфли. Да не надо, вы что? Кителек померить. Кителек? Да, кителек померить. А что это было вообще? Я не знаю, но это было офигенно. Ласта объявляю. Приезжая в Одессу, туристы спешат посетить основные достопримечательности, одна из которых – Одесский дельфинарий. Нет, мужчина, в бассейне без дельфинов плавать нельзя. Нет. Ну и что же вы, Труханов, до свидания. Вам все понравилось, девушка? Очень хорошо, спасибо большое. Девушка, что у вас в пакете? Купальник. Такой тяжелый? Так он мокрый. Да шучу, шучу, дельфин там, до свиданечка. Подождите, какой дельфин? Черноморский. Женщина, куда вы его тащите? На день рождения к сынишке. А то кума, сволочь, опять придет со своей щукой фаршированной, понимаешь? Ничего, посмотрим, с чьим блюдом теперь будет фотографироваться, да. Вы хотите нафаршировать умнейшее из животных? Ой, я вас умоляю. Была бы умнейшая, в пакет само бы не полезла. Да, Яшка? Так, освободите, немедленно, я женщину освободите. Я прошу прощения. Вы мою Настю не видели? Что? Настю. Не видели? Нет. Ладно. Женщина, освободите дельфина из пакета! Настя! Да вы еще почистить мне его должны были за такие... Настя! Настя, у меня для тебя сюрприз! Ну, не знаю, я даже как-то не готовилась. А мы не идем знакомиться с вашими родителями? Ну, знаете ли, не так уж было и просто найти платье 19 века. Настенька, у меня для вас гораздо интереснее сюрприз. Пойдемте? Да. Отойдите отсюда. Посмотрите. Отсюда открывается прекрасный вид на закат. Да. Присядем? Да, конечно. Это не я. Я знаю. Настенька, видите вот ту маленькую юркую рыбку? Да. Это вы. Да вы что? Да. А видите эту большую белую чайку? Вижу. Это я. О. А видите, как эта большая белая чайка схватила эту маленькую юркую рыбку, расправив крылья, несет ее над волнами. Да, я... А теперь со всей дури бьет ее бетонный пирс! Я прижав когтями к бетону, просто рвет ведь жабры, летят все потрока! Видите? Да! Прикольно так. Стас, ну, может быть, мы пойдем в другое место. Здесь же, ну, все-таки девочки играют. Играют? Да. Такое у вас еще и чувство юмора есть. Девочки играют, да? Ну, ладно, я покажу, что такое играют. Дождитесь меня здесь. Вау! Все знают, что Екатерина II основала Одессу и что у нее было очень много любовников. Представьте, в один день все любовники закончились. Я не понимаю, ну этого просто не может быть. Ну хоть кто-то же должен был остаться, а? Ну, может быть, Потемкин, а? Был, вы ему Таврический дворец подарили. А, да, помню, шикарный такой дворец. А, может быть, граф Калмачевский, а? Был! Вы ему брелок подарили! А, да, маленький такой. А, слушайте, а может быть, Щукин?
Подождите, пожалуйста, я только на букве «Г». Нашли! Нашли! Ваше Величество в подвале прятался! Стой! Ну что? Какая прелесть! Здравствуйте! Здрасте! Ваше Величество! Слушайте, какое лицо у вас знакомое! У нас с вами что-то было? Нет. Странно. Тогда кто вы? Ваш официальный супруг. Петр! Третий! Ну вот, посмотрите на мою спальню, как... Да! Вот она какая! У нас спальня! Мне друзья все рассказывали, я не верю. Красиво! Я вот как-то не могу понять, а почему между нами ничего не было? Понимаете, к вам всегда большая очередь. Ага. Я каждый раз занимал, целый день стоял, пока стоялся-то, а вы уже спите. И так каждый день. Да, что, ну тогда давайте не будем терять время. Не-не-не-не-не, вы знаете, ваше место, хотелось бы узнать друг о друга побольше, пожалуйста. Я люблю свиней на вертеле, давайте. Да-да-да-да-да-да. Ну слушайте, ну скорее же, снимите с меня корсет, пояса, фижму, юбку, нижнюю юбку, бюстье, панье, пиховый палантин, чулки, муфту и нательный крестик, давайте. Вы так легко одеты. Не простынете. Я поняла. Правду люди говорят, что после 17 лет брака чувства угасают. Нет, Ваше Величество, просто хочется остаться в вашей памяти не в вашем ложе, а в вашем сердце. Ведь настоящая страсть становится настоящей только когда в ней есть любовь. Петенька... Катенька. Петенька. Нашли! Петенька. Нашли! Красавец, мулат, 2 метра роста, все как вы любите, о! Ай-яй-яй! Ваше Величество, 2 метра роста, я займусь за ним. Нет, нет, Петя, мне кроме тебя больше никто не нужен. Я через 15 минут подойду. 3 минуты. Наше выступление, как пахлава на пляже, сладкое, вот, немножко с песком, и долго нельзя держать на солнце, а то испортится. До встречи, Одесса! Подожди секунду, а это все? В смысле? Ну, а как же мы? Мы? Да. Никаких «мы» нет, ну и не было. Ну просто я шутил, это лига смеха. Я артист, я играл. Одесса, мама. Одесса встречает своих гостей. Если они из Киева, из Запорожья, из Харькова, из Днепропетровска. За что? За что, Стас? Я собиралась купить там дачу на Олег. Что? Я же так хотела седых детей, Стас! Настенька, что случилось? Ничего, я же актриса, я играла. Без обид? Без обид. С вами было женское юмористическое трио «Разные», ведущая и капитан Баклан. До скорой встречи, чао! Балкон!
я просто неделю у бабушки была и... Алин, давай лучше ты. Угу. Привет, я Алина, лапа соколина, и прямо в этих лапах зимний кубок унесу. Алин! Мы уже об этом говорили. Невозможно в соколиных лапах унести кубок. То есть сокол барашка унести может, а кубок нет? Ты головой своей думай! Аргумент. Дед Мороз! Дед Мороз! Дедушка Мороз! С настанням зимовых свят треба привітать малят и подарки всім віддати, тільки нікого вітати, бо в лічній житті у вас хуртелиця. Що ж ніхто із вас не телиться? Куранти скоро 30 бої! Дядь Мороз, хватит! Ми просто хотим загадати желання. Що ви хочете, я знаю. Щас це буде, і спалняю. Ошибка новичков. Почему мне хочется выкладывать в Инстаграм только фотографии своей головы? Добро пожаловать в наш мир. Ну нет. Привет, кошевой. Кошевой. Он даже смотрит на меня по-другому. Без желания. Так же, как и на нас! Не, ни за что. Женя, какие планы на вечер? Может, поужинаем? Закажем вина, сыра, карбонару, пиццу, борща, немножечко, чизкейк, котлету. О, а можно прийти на ваше свидание? Ну, Настя! Ну, она разве одна столько съест? Да! Ой, гляньте, расплакалась! И это она еще не знает, как джинсы на бедрах протираются. Ой, девочки, послушайте. Если самая красивая из нас превратилась в некрасивую, значит, мы автоматически превратились... Красотки, значит, придется голову каждый день мыть? Или какие там у них правила? Подождите, мне кажется, у меня снова пирсинг в пупке появился. И как же нам с этой красотой жить? Припеваючи. Мечтают суши кушать. Это трио Evolution. Мы жили словно во тьме, шутили все о себе, но мы теперь хороши. Мы про утяжки забыли, вчера мы ж сами заплыли. Мы фитоняшки теперь. Я прелесть. Ты самая красивая в этой лиге. Ты прелесть. Я самая красивая в этой лиге. Мы прелесть. Страсти и красоты. Мы трио разных. Теперь нас любишь.
будешь ты! Ну что, зритель, что скажешь? Мы больше не похожи на ваших мам? А? Алин. Саш, что случилось? Я просто подумала, что теперь нас будут путать с моделями. Ну ты чего? Мы же, в отличие от них, еду не только жуем, но и глотаем. Говорите за себя. Хватит, девочки. Пришло время попрощаться с прошлым и последний раз показать номер из прежней жизни. Только пускай его объявит красивая ведущая Карина. Припаркуй мою машину. Но у тебя же нет машины. Я знаю. Стервы! Все профессии важны, все профессии нужны, но бывают откровенно скучные должности. Итак, представьте, дежурная возле эскалатора. Не біжіть по ескалатору. Це може призвести до падіння або травмування інших пасажирів. Валя! Валь! Пенсіонний возраст ще на 5 років підняли. Валь? Девочки, как хорошо, что вы здесь. Как я выгляжу? Ой, очень красивая. Ну, с Богом. Сергей Анатольевич. Я раньше не решалась этого сделать, но потому что была недостаточно хороша для вас. Но сейчас так вышло... Девчата! Стойте! Вы перепутали. Вы не поменялись. В смысле не поменялись? Да ладно. Сергей Анатольевич, не смотрите на меня, не смотрите! Дед Мороз, это ты что-то перепутал? Мы же в шикарных платьях. И все? Так преврати нас в красавиц! Для меня сейчас это очень важно. Поздно. Останнє бажання використала ваша ведуча. И что она загадала? Опять стать худой? Ха, не, баян. А нафига в козе баян? Песня грустная о тяжелой женской доле. Жила-была Мелания, и счастливой была, но пришла вдруг беда, меня в трио позвала. Да разве это беда? Я и в Милане не была, меня ударил тамада, хоть и на свадьбе не была. Любят все, давай, давай. Любят все молдаван. Ну а нас любит только Загоруйка Роман. Класс, а кто это? Не знаю, я его придумала. А, ну, в любом случае, спасибо ему. Папа, в жизни тяжело, и в карьере нам не проще. Мужик становится звездой, ну а мы лишь чьей-то тещей.
Женщина красива, независимо от объема талии, длины ног или неправильно затянувшегося пупка. Женщина прекрасна априори, особенно с кубком. С вами было «Три разные» и ведущая. «Три разные» и ведущая. Девочки, вы наша прелесть. Пирамиды. И это видно. Тут чуть-чуть больше, тут чуть-чуть меньше. Это обидно. За тысячи лет миллион человек. Во мне побывала, я дверь открывала. Ты бы об этом молчала. Дай могила, но не ставь на мне крест. Не ценишь святыню. Не любишь пустыню. Тогда иди в лес. Египет. У нас лысые люди и лысые кошки. Египет. И мы бальзамировать любим немножко. Египет. Эй, пирамиды, сколько вам лет? Наша древность не секрет. Мы все тут старше, чем твой дед. Дамы и господа, встречайте сфинкс. Господи, Лена, ты во что вырядилась? Я не Лена, я сфинкс. Полуженщина. Полукошка. А кого в тебе больше, женщины или кошки? Что за вопрос? Конечно, женщины. Лена, тебе плохо? Просто комочек шерсти. Так что тебе от нас нужно, сфинкс? Если вы хотите пройти дальше в полуфинал... Конечно, хотим. Вы должны ответить на мои вопросы. Да, хорошо. Готовы? Да-да-да-да-да. Вопрос первый. Почему меня не взяли в танцы со звездами? А? Почему? Я же типа тоже звезда. Лена, не забывай, ты полуженщина, полукошка. Ну и что? А Полякова, вон, полуженщина, полуноги, ее же взяли? Лен, так Оля сексуальная. Не-не-не, ты тоже. Вон у тебя какие сексуальные... Шапка. Ладно. Тогда второй вопрос. Человек 6 лет занимается бальными танцами. Садится на шпагат, когда пьяненькая. У меня есть бальные туфли, блестки, боа. Лена, уходи, ты тратишь наше время. А вот не надо сейчас мне отвечать, как продюсеры шоу «Танцы с зеркалами». Не надо. Я хочу разобраться. Нет, Лена, серьезно. Иди. Хорошо. Я уйду, но я уйду красиво. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, ча-ча, Лена, раз. Лена, быстрее. Ча-ча, раз, 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 раз. Во все времена женщины обожали шопинг. Вот только в Древнем Египте он выглядел чуток иначе. Итак, представьте, Древний Египет – рынок рабов. Женщина, шо вы его трогаете? На вас рабов нет. А это я не себе. Доча, иди посмотри, какие тут рабы хорошенькие. Мам, ты что издеваешься? У всех моих одноклассников, у одного своя погребальница, у второго вообще спиннер. А у меня будет просто раб? Так а ты рот свой закрой. Если бы не просто раб, тебя вообще б на свете не было. Ну вот этот как тебе? Такой есть еще в черном цвете. Дося, как раз тебе под сапожки! Юра Горбунов, я здесь. Лена, ничего, что у нас номер? Девочки, мне только спросить. Юра, смотри, что могу.
я еще не разогрета. Ну что, берешь меня в танцы со звездами? Лена, Юра там ничего не решает. В смысле? Ну, как это ничего не решает? Ну, в прямом, он там просто ведущий. Ну, как на свадьбе. А, да. Фу. А я думала, ладно, будем искать. Ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, два, три, ча-ча. Все знают, что после страстной ночи Клеопатра убивала своих любовников. Итак, представьте, у любовника не получилось. Ой, ну и что мне с тобой делать, а? Ну, может, хоть просто ударить? Не, ну я ж тебя не просила, как Цезарь. Пришел, увидел, победил. Ну можно ж было хотя бы, ну я не знаю, ну там, пришел, увидел, поучаствовал. Палачи уже готовы, осталось решить, какая смерть его ждет. Ничего не выйдет. Почему? Ну, знаешь, как бывает, ты к Нилу подходишь, ждешь, она тебя сейчас крокодил выпрыгнет, а его все нет и нет. Слушайте, ну вы пробовали там взбитые сливки? Да, пробовала, очень вкусно. Только это здесь при чем? Понятно. Значит так, тут дело не во мне, это все понятно. Ты жену мне его позови. Заходите! Клеопатра Птолемеевна, здрасте. Здрасте. Сразу бы хотелось вам сказать огромное спасибо за такую честь для нашей семьи. Кстати, по поводу чести. Ваш муж сегодня останется жив. Ты ж скотина! Я тебя что, зря неделю устрицами кормила? Так, женщина, не вы его должны убивать. Вы мне это лучше расскажите, как у вас с этим делом было. Ну, если честно, то потрясающе. Ну, супер просто, ну просто... А с ним? А с ним не очень. Понятно. Ладно, дорогой, пойдем, может, хоть евнухом тебя устроим. Леночка, во-первых, успокойся, да? А во-вторых, тебе не кажется, что ты уже не в том возрасте, чтобы танцевать? Не, ну, ну что ты к ней пристала? Ну, если хочет, пускай танцует. Я ее как женщина понимаю. Женщина, танцуйте! Спасибо. Но я одна не могу, мне нужен партнер. А я как знала! Ух ты! А что, нормальных партнеров вообще не было? А у тебя? Настя, слушай, ты классная, но извини, мне нужен другой партнер. Как знала! Настя, так Настя. Ча! Классно, да? Так красиво все. Ну что ж, друзья, вы готовы? Сейчас вы увидите номер, который покорил не один день города. Юра Горбунов, объяви нас. Пані та панове, на паркет для виконання танцю запрошується Олена Кравець та одна з Тіо. Я Настя. Ми дуже раді. Рідний мій кривий ріг, моє місто не втомне. В світі інших таких не зустрінеш ніде.
На просторих майданах, у шахтах і домнах все кипить, все міняється, стрімко росте. Кривий Ріг, моє місто, це тобі моя пісня. Хай летить вона в небо високе твоє. Ти перлина держави, і гордість, і слава. Девочки, знаете, говорят, живу, значит, танцую. А я в этом танце только что чуть не сдохла. Спасибо. Знаете, я поняла одну очень важную вещь. Я не пойду в этом сезоне в проект «Танцы со звездами». Нет, потому что каждый должен заниматься своим делом. Или потому что у тебя отдышка. С вами была Трио Разное, ведущая Таулина Кравец. До скорой встречи. Чао. Трио Разное, ведущая Елена Кравец. Узнав, что у трио разные ведущие тема выступления кинокомедии «Гайдая», на этой сцене решила выступить самое известное трио в кинематографе. Вот опять мы в кино, ждали нас давно. Фильмы наши — это класс, а остальное дно. Попкорн бери, ТВ включай, и как сказал «Гайдай», ох, сейчас начнется рвань, Каринка, объявляй! На-най-на-на-на, на-най-на-на-на. Добрый вечер, дамы и господа! Вас приветствует женское юмористическое трио «Разное». Фига себе, бомбардиокер Вуду. Металлик. Ну что? Соскучились по своему ведущему, а? Ты где был, а? За хлебушком ходил. Да тебя год не было. Я хотел четвертушку Бородинского купить, но продавщица не могла понять, что мне надо. Он опять врет, девочки, опять врет. И именно тогда, когда мы открывали Лигу смех, понимаете, эти комсомолки были еще красавицы. Но никогда, никогда они не были спортсменками. Поэтому право торжественно перерезать пуповину, фу ты, извините, привычка, ленточку предоставляется... Господи, как живой. Конечно, живой. Так, а девочки мне сказали, ты сейчас в лучшем мире. Так оно и есть. Я сейчас живу на Филиппинах, в домике у моря. А, да? Да. Класс. Так это ты, гадина, моих девок просто так бросил? Да? Да ты знаешь, что мы врали Алине, что тебе надо скрываться от логопедов и залечь на дно. Да ты знаешь, что Настя из-за тебя под поезд бросилась, слава богу, там все живы остались. Да ты знаешь, что Сашка вообще первое время жила на вокзале и встречала поезда. Но один из них так и не пришел. Ну я ж уже извинилась. Проехали, Настя. Ты в курсе, что здесь было вообще? Ты знаешь, Лена, как мы переживали? Лена, хватит его бить! Нам эти ребра еще ломать. А, ну удачи, мальчик. А, заберу. Девочки, ну чего вы обиделись? Меня так долго не было, я так по вам скучал. Я так скучал по твоим глазам, Настюш.
Я так скучал по твоему чувству юмора, Саша. Алинка! Ну что, давайте вместе. Финал, а? Да, давай, давай. А мне еще долго там стоять? Когда номер объявлять? А это кто? Где? Я спрашиваю, это кто? Привет, я новая ведущая, Карина. Карина? Ну вот же, единственный нормальный человек, который правильно произносит мое имя. Ха! Это все потому, что она картавит лучше, чем я, да? Да нет, Виталик, она просто делает это, ну, по-другому. Внятно. А, ты же этот, их бывший ведущий. Ну да. О котором никто никогда не спрашивал. Как не спрашивал? А девочки? Я ж их знаю еще с тех времен, когда они втроем одной свиной тушей наедались. Ну и что? Я знаю, у кого из них дырка в кармане, для того, чтобы во время выступления было проще ляжку чесать. Да хватит, ребята! Мы все поняли, что вы нас оба хорошо знаете. Короче, сегодня и выясним, кто из нас лучший ведущий. Выясним. Да что там выяснять? Это очевидно, по-моему. Подождите, а лучший же ведущий должен объявить номер. Ребята! Это что, мой звездный час? Октябрьский! Встречай свою королеву! Алина! Гайдай снял великий фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Но многие люди не готовы расстаться со своей профессией даже под страхом закона. Итак, представьте, Хэллоуин, путаны в полицейском участке. Что ж вы, Иван Васильевич, так кардинально профессию сменили? Это желание клиента для меня закон. Меня просто вчера коммунисты на вечеринку пригласили, а им вообще все равно, какого царя свергать. Так, а вы, я так понимаю, Марфа Васильевна? Да, ну можно просто Марфа. Да нет, с таким стажем нельзя. Девочки, вы пробовали нормальную работу найти? Да что вы знаете, а? Между прочим, я людям радость приношу. Вот сегодня целый день мне говорят, очень приятно, царь, да-да, вот здесь. Да хватит! Привет, Снежана. Привет, Марфа Васильевна. Привет, Ангелин. Гидарова! Ой, извините, никак не отвыкну. Товарищ сержант, там... Товарищ сержант, там за этих двух залог внесли. Ой, как хорошо, что все-таки наши люди еще так любят классику. Друзья, все хорошо знают старый добрый. Ты еще выперлась? Это моя работа. Рот закрой, придурок. Дура. Баран. Выдра. Рагуль. Стерва. Страшила. Рухлядь. Картавишь, как гуф. Ах так. Друзья, представьте по мотивам фильма «Бриллиантовая рука». Раунд! Официант! Выключите эту дичь! Спасибо. А то тетя еще 2 часа бы не смогла. Лена, а что с рукой? Поскользнулась, упала, очнулась. Ипс.
Капец, а если честно? Помнишь, я вроде на Олега Винника делал? Помню. Тебе понравилось? Очень. Одному человечку нет. Счастье бывает разное. Ну, давай. Лен, а ты уже в нужной кондиции? Подожди, на четвертого я пока не готова. Подожди. Помоги мне, помоги мне. Карина, ты рано вышла. Ты должна выходить после фразы «собака – друг человека», а вот и она. Помоги мне, помоги мне. Думала, украла мой халатик. Я другой такой не найду, а? Думал, уехал, они другую ведущую не найдут, а? Так, стоп. Что это за картавый беспредел тут начался? Не виноватая я. Он сам пришел. Ладно, я не хотела. Это я этого не хотел. Вы что? Господи! Господи, что вы делаете? Прикройтесь! Надо же... Попа мальчика... Попа девочки, как будто из дома не уходила. Алина, блин, ну как тебе не стыдно? Как можно этого не знать, а? Гайдай, это не как качели, гайдай. Это как бы великий режиссер. Лена! Что? Что, девочки? Лен, ну, короче, надо выбрать, кто из ведущих останется с нами. Ну, хорошо. Тут надо подумать. Лена, давай быстрее. Лен, не останавливайся. Хорошенько подумай. Девочки, вы знаете, о чем я подумала? Вот те же фильмы Гайдая всегда хорошо заканчиваются. А давайте не будем выбирать. Ведь здесь есть все, что мы с вами так любим. Цветы и булочки. Иногда в жизни случается так, что женщины, которые звезд с неба не хватают, готовы ради своей любви на все. Итак, представьте, где-то в обычной киевской квартире. Зая, просыпайся! Дима, а вот мне интересно, ты как путешественник на каждой своей покоренной вершине флаг оставляешь? Что? Вы кто, женщина? Наташа. Какая Наташа? Ну, помнишь Занзибар 2007? Ну да. Ну, значит, Занзибар 2007 ты помнишь, а меня вчера нет. Прекратите, женщина, как я сюда попал? Ну, я тебя спасла, когда тебя КамАЗ сбил. Какой КамАЗ? Это еще, слава богу, я из кабины вышла проверить, собака там или человек. А тут смотрю, Комаров лежит. Наизнанку. Какой бред! Да ладно, ладно, я шучу. Да, я просто так тихонечко к тебе подошла, вот так я камешком тебя так цокнула, и вот ты здесь уже со мной, мой так, хороший, мой маленький. Я ухожу. А это что? Что это такое? Страховка. А то знаю я вас, звезд, поматросил и бросил. Женщина, между нами ничего не было. Да, не было. Но я как бы хочу получить заслуженную благодарность. За что? Это ж я одна все это время за тебя в танце голосовала. Спасибо, конечно.
Все, я звоню в полицию. Позвонишь в полицию, поломаю колени. Знаешь, в своих экспедициях я ломал ноги очень часто. Как-нибудь переживу. Да, ну и как же ты будешь танцевать с поломанными коленями? Так же, как и с неполоманными. О! Давай, звони в свою полицию, давай. А можно воспользоваться вашим телефоном? Да, конечно, можно. Но сначала положи руку на Touch ID, ну чтоб разблокировать, понимаешь? Так, все, женщина, хватит. И вообще, вы что, не понимаете? Я лицо телеканала 1+1. Меня придут спасать. О, я же вам говорил, меня пришли спасать. Все. А, Таня, это мои подружки пришли. У нас сегодня это, текила-пати. Я тут при чем? А по-твоему, с чего пупка мы будем текилу пить? Знаете что, женщина, из своего пупка пейте. А кто же ее по пол-литра бьет? Да заходите, открыто. Господи, Наташа, еле добрались. По дороге в такую яму попали. Ненавижу яму. Девочки, знакомьтесь, это мой парень Дима. Какой я вам парень? Ну, если хочешь на свободу, то как бы очень влюбленный. Зая, блин, ну не надо, ну я ж просила, ну не при девочках, ну не начинай. Натаха, это ты что, с Комаровым мутишь? А что, ты думала, что я после Лэри Вина со звездами завязала? Ха, так вот куда он пропал. Очень приятно познакомиться, Алина. Между прочим, человека тоже по телевизору показывают. Постоянная участница программы «Я соромлюсь своего тела». Посмотрите выпуск про натоптыши. А я, Саша, большая фанатка ваших путешествий. Дима, скажите, а вот вы как путешественник в Кирилловке были? Нет. В смысле? Ну, так. Кирилловка — это ж по-настоящему мир наизнанку. И задом наперед. И иногда порванный. Ну ладно, вы тут знакомьтесь, а я пойду там на стол накрою. Девочки, она взяла меня в плен. Она удерживает меня силой и хочет со мной близости. Типичная Натаха! Она похотливое чудовище. Похотливое чудовище? Последний раз слышала это от мамолога, когда просила его не останавливаться. Хочешь, уходи. Уходи, Дима. Да. Слава Богу. Хоть ты и Комаров, но жалишь больно, как пчела. Хотя, впрочем, постой. Я останусь с тобой, ведь я, как никто другой, знаю, что у каждого человека должен быть шанс. Натаха, я все осознал. Прости меня. Вернись ко мне. А я не могу, я теперь с Димой. Значит, я должен покинуть эту квартиру. Стой! Вернись! У меня в жизни бывала похожая ситуация, так что я ухожу, а ты оставайся. Спасибо, мужик! Тебе спасибо. See ya.